Синквемос – это доступное и безопасное средство, используемое при появлении на коже прыщей угревой сыпи. Синк часто можно встретить в составе косметических средств для людей с проблемной кожей, склонной к жирности. Для заживления ран его применяли еще древние египтяне. Минерал в составе фармацевтического препарата стимулирует насыщение ткани кислородом, естественную выработку коллагена. Делает кожу гладкой и упругой, замедляя процессы старения. Стимулируя деление клеток эпидермиса, цинк способствует обновлению кожи. Главное же достоинство минерала в регуляции процесса секреции сальных желез. Цинковая мазь оказывает дезинфицирующее и заживляющее действие, прекрасно адсорбирует и подсушивает. Это способствует снижению секреции кожного сала, подавлению воспалительных процессов и снятию покраснения. Кроме того, стимуляция регенеративных процессов ускорит процесс заживления уже имеющихся ранок. Цинковая мазь вытянет гной созревшего прыща и ускорит процесс вызревания и выхода угрей. Мазь наносится точечно тонким слоем на предварительно очищенную и продезинфицированную проблемную кожу при помощи деревянной или стеклянной палочки. Цинковая мазь не впитывается, по истечении 30 минут нужно будет снять ее остатки чистой бумажной салфеткой. Препарат наносится на проблемные места 3-6 раз в сутки. Избегайте попадания препарата на открытые ранки и царапины, не наносите средства на область вокруг глаз. Перед применением обязательно проведите тест на аллергическую реакцию,